Самым массовым соревнованием праздника «Печора спортивная» стала традиционная лыжная гонка для всех желающих «Лыжня России». По словам организатора, в этом году она собрала более 600 любителей зимнего спорта. Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, тренеры, судьи, любители спорта, дорогие печорцы, поздравляю вас с праздником лыжни, с праздником здоровья. Первый старт – массовый забег для всех желающих на 3 километра. Затем на лыжню вышли номерные участники, которые состязались в 6 возрастных категориях – от 13 лет и моложе до тех, кому за 51. По всей России традиционная лыжня России 10 февраля, ну, в том числе и в Печоре. Где-то у нас участников было еще не все посчитано, около 600 человек. Масс-старт на 3 километра. 99-й год, и моложе ребята, девочки бежали 3 километра тоже. Старшие ребята, мужчины, 5 километров. Дошколята участвовали, 300 метров в забеге. Это городские соревнования среди детских спортивных, детских садов. Для малышей этот старт стал первым. И хоть бежали они всего ничего, только 300 метров, преодолеть их было ничуть не легче, чем 3 километра для взрослых. Стоит отметить и уровень организации мероприятия. На трассе играла музыка, перед спортсменами выступали городские артисты. Управление культуры и спорта привлекло к событию и военных, которые порадовали участников забегов своей полевой кухней. Любой желающий мог погреться горячим чаем и подкрепить силы, отведав гречневой каши с мясом. Итоги дня подвели на церемонии награждения. Все призеры получили памятные медали, а победители красивые кубки. Отдельного приза удостоился Петр Купцов, постоянный участник соревнований.